Добрый день, у нас сегодня 19 февраля, я зачитываю письмо от 8 февраля. Здравствуйте, меня зовут так-то, 29 лет, живу в республике Адыгея, Северный Кавказ. Пишу впервые, посмотрела многие ваши видео, мне нравятся ваши рассуждения и объективные оценки. Задаю вопрос, касающийся техники самогипноза на берегу океана. Представила ступеньки, дверь и очень быстро погрузилась в состояние транса. Мне это не трудно. Раз не трудно, значит, вы уже натренированная дама. Многим бывает трудно, и пусть это вас нисколько не смущает. Все навыки нужно развивать, тренировать. То есть, и это к вам придет. Как я, ночь, ощущаю прокладу на коже от ветерка и небольшую незащищенность. С этим все понятно. Видимо, ваши ощущения на море такими были, потому что я так к морю езжу в основном тогда, когда очень жарко, и даже вечером нет прохлады от моря. Есть вот хорошее тепло такое, приятное, но у каждого свои ощущения, и это вас не должно смущать. Сменила это спокойствием, прохлада уже не ощущалась. Посмотрела почему-то направо, увидела красивые, рассвеченные огнями здания. На эмоциональном уровне проговорила желание себе и за родных, как вы объясняли, и стала выходить затем из этого состояния по ступенькам. И почему-то вышла на красивую улочку французской ривьеры. Услышала даже голоса за столиками уличных кафе. Вопрос: куда я вышла? На юге Европы никогда не была, изображения уличных кафе на стенах никогда не висели. Сразу скажу почему-то. Не могла представить фоновую картинку в начале, и еще скажу, что вижу вещи и сны, видения, верю и прислушиваюсь к знакам. Я думаю, что вот эта французская ривьера – это еще один какой-то знак. То есть вы проанализируете, чтобы это могло быть, поспрашиваете, раз вы можете видения какие-то видеть, пусть вам во сне приснится объяснение вот этой французской ривьеры. А я со своей стороны, как вот теперь такая интернациональная сваха, которая всех зовет замуж в Америку в первую очередь, если вы не замужем, то вполне возможно, что французская ривьера – это ваше будущее. И пусть это ваше будущее будет очень светлым и счастливым. По скриптум. Спасибо не просто за ваш позитив, а за умение все грамотно преподнести и расставить по полочкам. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни вам и вашим родным, а также всем нашим подписчикам. Пусть все наши мечты сбываются, и пусть в нашей жизни все происходит даже лучше, чем мы мечтали. А вы, пожалуйста, нам потом расскажите, почему вам привиделась французская ривьера. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.